нашем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации Пушкинске в городе Красноармейск Московской области реализуется практика «Социальная передышка». Практика направлена на поддержку граждан, которые ухаживают за тяжело больными людьми. Уход за тяжело больным человеком – это всегда сложная задача. И находясь в постоянной зависимости от больного, ухаживающий нередко лишен возможности заботиться о себе. Он эту заботу отодвигает на второй план. При этом тратит он вдвое больше своих ресурсов. Близкие в силу своей загруженности или еще каких-то причин не всегда могут оказать нужную поддержку. Все это может привести к быстрому моральному и физическому истощению и нередко даже возникновению негативного отношения к больному. Очень важно не допустить такой перегрузки. В рамках практики «Социальная передышка» мы можем предложить ухаживающим разнообразные занятия, направленные на поддержку физического здоровья и психоэмоционального здоровья. Также возможно проведение встреч, чаепитий для обсуждения общих вопросов и просто проведение досуга в приятной компании для того, чтобы снять лишнее напряжение и стресс. Более подробную информацию вы можете получить по телефону, который видите на экране ниже. Приходите, пожалуйста, к нам в наш центр, мы будем рады вас видеть и помочь вам.